На ночь будут закрывать дорогу по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах. Движение ограничат с 10 июля по 31 октября от пересечения с улицей Гладкова до пересечения с выездом с дворовой территории дома номер 5 по проспекту Ивана Яковлева. Автотранспорту запретят заезд с 23 часов до 5 утра, а троллейбусам с полуночи до половины четвертого. Эти меры необходимы для устройства инженерных коммуникаций и для ускорения темпов работ. Напомню, реконструкция проспекта Ивана Яковлева началась в середине июня. Менее чем за полтора года планируется отремонтировать 14 тысяч квадратных метров автодороги для пропуска автотранспорта. В итоге к окончанию реконструкции, октябрю 2014 года, проезжая часть станет шестиполосной. На участке дороги появятся новые пешеходные, а также подземные переходы. Всего на реконструкцию будет потрачено почти 680 миллионов рублей. Администрация города Чебоксары просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и во избежание транспортных заторов рекомендует водителям автотранспорта пользоваться объездными дорогами.